Что ж, движемся по полочке дальше. А дальше у нас калладиум. Калладиумы, я бы даже сказала, если бы они у меня все как следует проснулись. Но почему-то проснулся так именно как следует, выдав вот такие большие, достаточно крупные листья, у меня в основном только один. А хотя у меня дома, я в прошлом году покупала 4 сорта, но они как бы не то, что они не погибли за зиму, нет-нет. А они просто вот почему-то не очень хотят просыпаться. Показываю. Вот такой калладиум. Вот такие у него крупные достаточно листики, красивые. Вот он. У него столько листиков молоденьких нарастает. Крупных, достаточно крупных пока два, но я не теряю надежды, что они не последние. Дальше у меня там стоит за ним тоже. Чтобы показать, что стоит дальше, приходится убирать растения крайние. Итак, здесь у меня, вот про что я вам и сказала, да, калладиум очередной. Он как бы не погиб, но просыпается, но настолько, слушайте, медленно. Не знаю, я уже прям дождусь ли от него листа. Но лист как бы лезет, но совершенно и абсолютно неактивно. Что не нравится ему, почему он не хочет нормально просыпаться, пока не понимаю. Даже, кстати, не знаю, какой это сорт будет. Потому что что-то у меня все поперепутались. Были, когда я их отправляла в зимнюю спячку, они у меня были все подписаны сорта. А когда я их уже вытаскивала и садила в марте, вот, может быть, потому что я их поздно будила, когда я их садила в марте уже в мох, все сорта поперепутала. Ну ладно, что будет, то как, если вырастет, по крайней мере, то я уже увижу и смогу определить, что это за сорт. А далее та самая у меня алоказия поли, от которой я выкопала клубенек. Я ее зимой купила в январе или феврале месяце. Было у нее два листа, они были вот просто вот, ну, помирающие. Листья были полусухие, полу уже подгнившие. Но почему я купила себе именно ту больную алоказию? У нее был очень крепкий ствол, прям вот реально крепкий был такой, толстенький, хороший стволик. И поэтому я решила, ну, бог с ними, с листьями, как говорится, не было и не надо. Но стволик крепкий, хороший взять, потому что вот реально стоило алоказии именно копейки какие-то. Я дома раскопала ствол, посмотрела корни. Корни у нее прекрасные были, причем в грунте была целая куча, штучек 5, наверное, клубеньков. Я их воткнула в землю. Эта алоказия у меня от мамочки, от первоначального растения. Те два листа у нее отсохли, но зато вышел вот этот новый лист. По-моему, слушайте, ну вот шикарный. Вот такой, посмотрите, какой красавец. Я прям вообще просто не нарадуюсь на него. Это алоказия поли. Так что тьфу-тьфу-тьфу, радует меня, прям она радует. Так, далее. Далее у меня калладиум. Вот похож на тот же самый, который вот с большими листьями, который я вам уже только что показывала. Который у меня с большими листьями, видимо, когда я его рассаживала, пересаживала, клубенек тот развалился на несколько клубеньков. И вот я их посадила в разные горшочки. Почему я ему сказала, что все поперепутала? Потому что я их уже начала тыкать просто куда придется, когда их вытащила, да, клубеньки из земли весной. Они у меня просто развалились в руках, и натыкала куда пришлось. Вот так. Вот видите, один листик вылез. Вот еще идет новый листик. У того же самого калладиума. Так, следующий калладиум, тоже который, в принципе, проснулся. Вот такой красивый. Почему-то единственное, мне кажется, хотя я не уверена, что у него листья были крупнее. Эти листики, видите, они такие мелковатые. Хотя, знаете, может быть, я ошибаюсь. Вот как-то вот не помню. Не помню, насколько крупные были именно у этого калладиума листья. Вот сейчас он выглядит вот так.
Вот, видите, нарастил листочки. Тьфу-тьфу-тьфу, по крайней мере, растет. И то меня это очень радует. Пусть растет, набирает массу к следующему уже лету. Мне нравится, как он выглядит. Вот, смотрите, какой красивый. Так, если речь о каладиумах, то вот еще один. Вот, видите, ну, по ощущениям, это должен быть, да, красный. Вот такой, как немножко с красна у него этот росточек идет. Посмотрим. Тоже что-то никак не хочет просыпаться. А следующее растение, которое я здесь покажу на этом же подоконнике, это алоказия Silver Dragon. Вот такие, смотрите, листики у нее. Вот, и два листа, и еще растет еще один третий. Смотрите, какой. Вот-вот-вот-вот-вот нарастет. Я очень жду появления нового листика. Конечно, немножко суховато. Если вы заметили, у меня сейчас здесь увлажнитель работает. Идет пар на мои растения. Это алоказия Полли. Тоже из того, из клубенька от вот этой мамашки. Вот такая. Полли стоит. И здесь же у меня на этом подоконнике кофе стоит. Кофейное деревце, арабика. Вот такое. Так оно у меня выглядит. Тоже достаточно взрослый. Ну, такой уже крупный кустик. Здесь даже три веточки у него растут. Выращен вот этот кофе из кофейных зерен. Вот такой. Ему уже, по-моему, с 19-го года он, что ли. Получается, ему 3 года нынче будет. Видите, какой он крупный. Ну что ж, на этом я заканчиваю обзор, очередной обзор моего очередного подоконника, очередной моей стоечки с цветами. Вот так это все выглядит. Вот он, увлажнитель, которым я пользуюсь. Это от фирмы Медисана. Я им довольна абсолютно. Еще раз, кофейное дерево, алоказии, каладиумы и вот такая стоечка. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Если вам понравились мои растения, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, если они у вас есть. Я постараюсь на них ответить, если смогу. А сейчас пока-пока!